Объемы майнинга растут. Наряду с растущим числом майнеров появляется все больше удивительных историй. Как сообщает новостной портал PC Hokasi, одна из гонконгских майнинговых компаний Genesis Mining арендовала и полностью загрузила видеокартами грузовой самолет Boeing 747. Генеральный директор Genesis Mining Марко Стрэнг заявил, что сейчас компания зарабатывает 36 тысяч эфириумов ежедневно, что составляет 7 миллионов долларов США. С другой стороны, генеральный директор компании-производителя AMD видеокарт Лиза Су прокомментировала, что не считает майнинг хорошим инструментом для долгосрочных инвестиций.